понять. Ты сейчас смотришь. Вот, она сейчас услышала что-то. Киса, киса. А в камере задержка звука на 13-13 секунд. Она сейчас подошла прямо под деревом, на котором камера стоит на этом дереве у входа. Она сидит прямо и прямо под деревом и смотрит. Киса, киса. Ты нас слышишь? Слушай, насколько это лучше, чем этот самый вебкэм, трейлкэм? Маленько. Она слышит или нет? Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Американские кошки же не понимают, на какой мишке, что какое интересное число. У нас есть файл-каунты. Что мы можем сказать, я хочу купить ваши трассы, которые у вас на лейтенденче. Ой, дальше такое же пришло. Дальше. И мне, и очень многим. В Фейсбуке бы спросили, кто бы получал 65 было ответов. Я их все не читал. Я испугала, выключил. Ну хорошо. Ну маленькая сидит на деке. Сейчас сидит на середине дока. А камера где? На дерево приходит. Вот где лестница подниматься на это самое, на дек. Умненько какая, камера крутится, она смотрит. Посмотри, какая красивенькая. Она пришла к вам на дек, она серенькая, красивая. Ага. Но вы не принесете сюда? Нет. Нет. Ты не хочешь таким образом научить ваших детей привозить окна? Угу, будем. Не знаю, это очень страшно. Почему? Потому что джинны, это сердце в пятки уходит. Привыкнет. Слушай, она более смелая, как она с рыбками играла. Какими разными? Помнишь, может, это будет дверь смотреть стеклянную, а там кошки приходят. Кошки, медведи. Пошла туда к Люсе. Что с ним было? А вы не хотите взять опять этот манеж, который вам комната дала? А у нас там есть другой такой. Нет. Им это не нравится. Кто сказал? Слушай, Свет. Посмотри, а это все еще среди, на одном и том же месте сидит. Я же говорю, ты за печеночку выкинула. Вера, а может быть вы ее к маме, и к маме отнесете? Там же меньше движения. Может быть, ей там все спокойнее? Ну, посмотрим. А сейчас та другая кошечка пришла вот на каменный пол. Ну, еще звук, она же тебя слышит. Ну, и что? Смотри, боится. По-моему, она сейчас прыгнет на этот самый. Что такое каменный пол? Это будет игрелья? Да. Ты тоже на камеру смотрит. Тоже подходит к камере. Киса, киса. Куда она делась? Убежала. Ну что, Света, если поход по ресторану будет слышать... Но за ресторан обидно. За чисто обидно. Очень обидно. Деньги все равно их там потратить надо. Ну да, это, конечно, работал. Мы же с вами тогда были давно, помните, лет 6 назад? Очень там было вкусно, здорово. Тогда поели просто супер. Конечно, наверное, повар поменялся, что-то поменялось. Но для такого места, для ресторана иметь такое меню, это абсурд. Выбора никакого. Еще такую ужасную рыбу подают.
родственник, который сейчас, да, практически ушел. И вы с ним вообще когда-нибудь общались? Конечно. Конечно. Вы его помните хорошо, Яша. Молодой такой. Ну, вот они были папа на похоронах. Он тут говорил. Яш, двоюродный брат мамы. Он лысо-бритый. Люба с ним очень тесно общается, потому что он учил их, он же дантист, он учил их всему бизнесу этому. Он не дантист, он делает эти самые... Он потом стал протезированием заниматься, по жизни он дантист был. Заканчивал на дантиста. Ну, неважно, это самое... Короче, Люба с него не слазила, он все ей объяснял, весь бизнес, все. Ну, вообще, тело. Соня дружила с его сыном, дружит. И вот я хотел спросить, у него есть семья? Да, конечно. Сын Саша, который в Ираке служил. Вот мы к нему на свадьбу ездили очень давно, помните? Как-то, ну, не помните, очень вчера даже мы к нему на свадьбу ездили, и Олег ездил. Не Олег ездил, может быть, я ходил? Ну, да. Ага. Кто там, Марселочка? Кто там, Миля? Кто там, Миля? Где там Миля, Марселочка?